Здорово всем, привет, ребята, зрители, подписчики канала и просто гости. Сказали, что я же буду здороваться. Ну ничего, не твой день. Да, сразу. Ребята, привет, спасибо, что вы с нами. Продолжаем прохождение Dead Space 3. Я и Ави наконец-то разобрались с твоим... с этим шабашем, который тут творился. Давай, дай. Не каким-то непонятным чудом нам удалось замочить всех врагов, победить и двигаться дальше. Давай, чудо, блядь. Я этого бота хочу присадить куда-то. А он, блядь, нигде нету места для него. Для бота нет места. Для бота нет работа. Идем, блядь. Для бота нет работа. Ладно, Ави, давай, веди нас вперед. Веди нас, Сосанин. Ты стоишь в лифте и говоришь мне, веди нас, блядь, а ты гонишь, сука. Смотри, блядь, я уже знаю этот фокус, смотри сюда. Какой фокус? Сейчас он исчезнет, сука, блядь. Кто исчезнет? Это хуйня, блядь, сейчас исчезнет, смотри. Какая херня? Я знаю этот фокус. Ну, это херня со стазисом, блядь, смотри, сейчас посмотрю вниз. А, сука! А хуй там был, блядь. Подожди. Она всегда исчезает, ты же знаешь. Фокус не удался. А, нет, блядь, опа, смотри. Так, Ави, давай, бросай эту херню сюда. Прикинь, как я еще вовремя. Куда, блядь? Вентилятор. Может, я зайду в него просто и там все. Там видишь, какие-то синие есть эти. Да мне похуй, давай я зайду в него, блядь. И все, блядь. Телепортируйся в ад. Опа! Давай. Че, блядь, походу, да. Да, давай. Ну, блядь, опа. Вытаскивайте катушки. Ты ёб, какая катушка, блядь. Ты все, достал третий? У тебя есть сина, если есть радиоприемник, я готов тебе дать катушки, тебе помогут. Я надеюсь, что мне эти катушки не надо будут. Блядь, что ты толпишься? Странного вида урка пытается нас уговорить и. Не убивать его, так как он хочет жить. Мы все равно убьем, нет? Так, ну что у нас тут? Ну тут опять продолжаются философские вопросы, что лучше умереть со всеми или жить одному. Давай, проходим. Давай, заходи. Не, я так поднял, потому что... Да нахуй надо. Давай, заходи. Я тоже поднял, подумал, нахуй надо, идем. Заходим. На. Куда вам, сэр? Подожди, где музыка? Где музыкальное сопровождение в лифте? Ну что, в торговом центре сейчас? Ну а че, нет что ли, блядь? Посмотри, как ты стоишь. Шопинг. Это похоже на торговый центр в Silent Hill. Смотри, шпиг. Где-то есть кто-то? Есть, я. Дохлый максимум получит кто-то, блядь. Идем. Уже все исчезли, уже как все почувствовали, что ты со шпигом сюда пришел, все же. Давай, ты там. Разбрелись по углам. Так. Ави, слушай, брось эту херню уже, а? Ты меня нервируешь с ней опять. На. Ого, как ты его всадил. Я не знаю, ты меньше на потолок смотри, давай иди дальше. Не иду на. Че это, блядь? А. Это дырка. Там кто-то вылазил, значит. Давай, ты, сюда. Ты куда учесал? Я не понял. Ты где, блядь? В двери, внутри? Я здесь. А. Давай. Пошли. Дверки открываются. Следующая блядь, станция. Лёнь, посмотри, кромешный блядь. Кромешный ад. Лёнь, посмотри, сука. Видишь, я тебе сказал, что этот фокус будет, блядь. Я шёл с этим баллончиком, я шёл со стазиса, блядь. Он мне просто испарился из рук, блядь. Ну, ты знаешь, это когда выходишь из магазина одежды, начинает на выходе, одежды, и у тебя начинает там на выходе... Пищать, что-то, пи-пи-пи. Что-то угнал. Да, не, тут ничего не угнал, блядь. Тут добро... А, вы спиздили стать из болот? Оставьте на выходе. Добро пожаловать, блядь, Лёня. Добро пожаловать в Хогвартс, сука, Гарри Поттер, блядь. На тебе, блядь, чайник. Ты жив там, блядь? Дай ему в бубен, чё жив, блядь. Давай, сука, на, падай. Получи, блядь, на. Как это всё неприятно, я думаю. На. Лёнь, ты чё, блядь, тесто, что ли, мезешь? Всё, он дохлый, иди оттуда, блядь. Он мертв? Дай бы еще раз пну его. Пошли вниз. Подожди, я проверяю. Ты что, опять там конечно отрываешь? Давай, блядь. Я слышу туда до сюда. Пускайся, ты до сюда. Ави, давай сюда. Я пытался в него кинуть, я не попал. Иду уже к тебе. Сейчас меня в спину выйдут, смотри. Да, нет, да, где ты, блядь? А, это не ты. Это ты. Давай, Ави, как в Metal Gear Rising. Спина! Ты в порядке? Да, я жив. Я хочу, кстати, Лёнь, я забыл, я хочу, пользуясь случаем, сказать еще раз спасибо всем подписчикам новым на нашем новом канале, всем, кто продолжает нас смотреть, кто поддерживает нас. Нам это очень важно, потому что мы
оставьте то, что мы играем игру, потому что нам прикольно, нам весело, и мы можем это делать, не записывая. Но все равно весело знать, что есть люди, которые смотрят это и хотят смотреть, хотят прикалываться вместе с нами. Делите эти приятные минуты радости и удовольствия на проклятых кораблях. Леня на самом деле просто так он звучит сейчас таким вот жестоким. У нас насчет, как минимум, насчет игр у нас есть довольно общее мнение. С одной стороны, всем понятно, что это entertainment, это развлечение. С другой стороны, мы оба довольно-таки знаем, что это какое-никакое, это часть искусства на сегодняшний день. Ребята, мы все геймеры, это нас объединяет. Но при этом мы всегда помним, что гейминг в первую очередь развлечение. И нам было очень важно, Ави, ты сейчас нарушил мой, блядь. Я такой официоз сейчас пытался затолкнуть. Давай, не продолжай, я молчу, у меня просто там... Я тоже молчу. Поэтому спасибо, что вы с нами, и будем надеяться, что... Нас будет больше, мы будем прибывать. Настанет армия. Да. Мы сможем все дружно ржать и играть во всякие игры, где можно поржать и еще большим количеством людей. Но... Так, Ави, ты прикидываешь, нет, прикалываешь, что тот чувак, которого мы искали, это на самом деле... Это он, что ли, лежит? Да. Ты что, убил, что ли? Я не понял. Я не понял, ты что, убил, что ли? Что-то он выглядит давно убитым уже. Угу. Выглядит живым. А, окей. Не-не, ты это... Или Аби, слушай, ты можешь этот баллон от меня не тереть? Или слушай, или читай. Все понятно, короче. Так, ну все. Давай, блядь, я с этим баллоном стою как тормоз. Короче, разочарование полное. Я думал, нас ждет какой-то интересный кент. Тут оказался компьютер, по-моему, даже не Pentium. Ты ждешь босса? 486 какой-то стоит. Тебе будет где-то босс, в конце концов. Uh-huh. Идем. Давай. Что-то мне подозрительно, эта штука заминирована, блядь, Лёнь. Или она просто взорвется, или сейчас. Так, ну что, мы обнаружили здесь какую-то маленькую кладовочку этого сгинувшего чувака. Ключа у нас для него нет, поэтому пойдем сейчас искать ключ, чтобы порадовать себя какими-то приятными штуками для оружия. Слушай, Ави, брось этот баллон. Да нет, блядь. Я уже съебнул. Посмотри между ног у себя, блядь. Ну не просто между ног, внизу. Я чувствую между ног какую-то мощь. Ой, блядь, ты так смешно выглядел, блядь. А, блядь, да, ты убегаешь от меня, чтобы я тебе между ног опять не дал его, блядь. Блядь, тут еще один баллон для тебя, походу, есть. Куда ты пошел? Для тебя, я тебе его засуну. Куда ты пошел, я не понял. Давай в лифт сюда иди. Иди сам едь, блядь. Опять в лифт, ёп. Мне ножа, блядь, на. Какой этаж? Да похер, неважно, я уже нажал второй. Второй надо было? Ну, вроде. Сейчас выйдем, посмотрим. Пойдем открутить свою. Я думал, ты знаешь. Я не знаю. Я угадал просто. Тут? Так, подожди, тут не тут, тут что-то лежит тоже. Что-то ты собрал там, я не знаю. А, блядь, что ты у меня украл его? Что это тут за херня? Аудиолог? А, текстовый лог? Что там? О, душ. Хочешь в душ, Лёнь? Да. Ты собрал эту херню или нет? Я так и не понял. Адовый душ. Ты взял, я не понял, что мы туда-сюда опять ходим. Мы едем сейчас ниже, остановились на втором этаже, зашли посмотреть. Сейчас едем на первый этаж. Ищем мы... Блядь, Ави. Я даже не думаю об этом. Иди, ты ничего не видел, иди. Иди, блядь, нам еще это пригодится, ты нихера не понимаешь. Ты взял бы тоже. Подожди, я думаю, это ключ я взял, по-моему, нет? Блядь, Лёнь, проверь, куда нам идти надо, и увидишь. Вот ты, блядь, приколист. Да, я такой. На тебя, блядь, понял? За приколистом. Нехер поднимать карту. Блядь, вот ты тормоз, я новый сейчас возьму, там новый еще есть. Я его тоже разнесу. Блядь. Иди, входи, блядь, куда-то. Сука, где он, блядь? Он в углу где-то был. Иди. Хуй там, блядь. Иди, подожди, я тебе, блядь, посмотришь еще, блядь, ты, блядь. Ёп, нахер было ты столько апгрейдить этот кинезис долбанный. Че это за херня? Опять так. Игрушка? А не, ух ты, ёб. Опа. Кусков много, Леня. Папик полакинулся тут чем-то. Давай, идем. Че ты там стоишь долго? Так идем, блядь. Сейчас читать еще будешь, что за херня. В общем, мы друг другу надавали тут подарков. А что за херня там лежит, Сеня? А, это она под стазисом до сих пор была. Вниз. А что вниз, я не понял. А, мы собрали эти части. Так, Ави, готовься. У нас, нам чувак дает последнее задание. Перебить всех чертанов. Чертан, блядь. Вот я опять взял ту штуку. Блядь, Леня!
Да. Я тебе сказал, блядь, пригодится, сука. У меня тут Кент слева. У тебя ты живой там или у тебя нет? У него из него выпала какая-то херня. Ави, осторожно. Ты, блядь, у тебя. О, блядь, у меня еще двое, Лень. У тебя двое? Меня... Ты в хорошем положении. У меня ебаный. А, ты со мной, блядь. У меня тут насильник был, блядь. И этот пидорас маленький, блядь. Нахуй. Так. Пидорас там скрутился, блядь, в клубок. Авиатас! Это ты стреляешь? Какой Атас? Это я стреляю, поэтому говорю Атас. Когда я стреляю, я... Ты меня предупреждаешь. Не вижу низги, блядь. Ты меня предупреждаешь, что ты стреляешь. Тут нету friendly fire, ты можешь успокоиться, блядь. Главное, что его убил. Че, все? Да, блядь, наружу. Идем. Эх ты, блядь, приколись, блин, красавец просто. Какой этаж, Леня? Первый. Ну, на твой страх и риск. Леня, ты желтый. На мой страх, на твой риск. Уже не желтый, молодец. Вовремя берешь аптечки. Че у меня там творится, блядь? Что это за херни, которые мы взяли, Лень? Это так, а та, Сави, будь готов. Да я всегда готов, блядь. Ты как пионер, что ли? Я как пионер. Ты родился готов, а я всегда готов. Давай. Заходим. Так. Ну что? Так, нет, не, готовимся? Не потей тут возле меня, Лень. Спокойно. Дыши размеренно. Опа, смотри, что я нашел. Атас. Блять, Ави, ты уже достал. Атас, блять, смотри, как вовремя все. Тебе какая-то фетишистская привязанность к этим баллонам. На, блядь, на, Лень. Иди, иди гуляй. Тебе тут не нужно быть, тебе нельзя это видеть. Только, блядь, что ты меня бьешь, блядь? Это тебе, нахуй, за баллон, блядь. Это не за баллон, это 18+, только можно быть. Иди, иди. Что за херня, блядь, я? Хуй там, понял? Оставайся внизу, блядь. Вот ты, сука. Хорошо, иди там, блядь. Пусть тебя убьют, сука, я сам вызову себе лифт. Это у меня сейчас расплющит этот лифт. Ну ладно, не расплющил. Подожди, сука, тебе надо будет моя помощь. Хер тебе. Подожди, подожди, там что-то есть, Лёнь. Я подобрал уже. Ты, а, спасибо, что ты мне говоришь, там есть что-то. Ты ж друг. Да. Настоящий друг. Да. Смотря чей. Да. Давай, выходим. Сам выходи, блядь. Вот иди к этим, блядь, пищащим. Твои друзья, Ави. Какие мои друзья, блядь? В прошлый раз они на тебя накатывались только так. Ну, нормально, они просто ко мне клеятся, но это не значит, что они мои друзья, блядь. Так. Это, блядь, роженицы, которые отказались от своего акушера, ля. Это перезревший, что ли? Так, Атас! Блядь, Лёня, чё ты так орёшь? Я не вижу сзади, блядь, Лёнь, меня ебашат. Я Ави, меня месят! Тебя месят, блядь, меня месят! Блядь, Лёнь, тут вокруг только прыгают все, сука. А, Ави, меня обливали! Тебя обливали, блядь, держись, сука, переваривай это. Поднимай, блядь, ты сдох, блядь, ты я сдох. Я не сдох. Лёнь, ты сдох, я сейчас сдохну в попытках тебе... Я не дам тебе сдохнуть. А. Дэм. Блядь, я не понял, что произошло, блядь. Я за секунду я подбегал к тебе. Чё ты в углу, блядь, сидел там сам? Меня побили как... Не сиди, блядь, сам в углу, Лёнь. Я тебе 100 раз говорил. Сиди со мной в углу, блядь. Ты как наказанный уходишь. Всё, будь готов теперь. Я всегда готов. Сейчас будет падать на нас. Вот нахуй, сука. Останавливай этого пидораса, блядь. А, ведь что ты спойлеришь, что ли? Потому что уже все помнишь, спойлер. На, я тебе следующий спойлер тебе расскажу, блядь. Вот так вот, блядь. Вот еще один сейчас будет. Вот еще один. О, еще один. Меня на, уже на вечеринку зашел. Меня уже обыграли, сука, да. А бухло есть еще? Ави! Ави! Блядь, Леня, спасай, мне рыгает. Я ему лицо, даю, блядь. Я ему даю там, блядь. По щам. На ему в бубен, блядь. Лёнь, ты что-то бьешь, он не... Все, сдох, блядь, сдох, сука. Аптечка, аптечка, блядь. Еще один. Давай, мучи его. Подожди, на, я уже... Я в рукопашку только ебашу все. Бля, ты выглядишь сейчас как танцующий этот, джазист какой-то. Все? Да, отлично. Я пытался его перевести в чувство. Всё, каждый раз, блядь, когда ты будешь так вот на ком-то стоять, я буду, честное слово, я буду играть музыку. Потом я тебе сделаю нарезку твоих танцев, блядь, отвечаю. Все, поехали, короче. Нихер тут оставаться. Хочешь на стульчике посидеть? А чё я так тяжело иду? А, потому что у меня здоровья нету. Ну, подлечись там. Ёп, Лёня, насильник. Ты, серийный? Ты в него даже не попадаешь. Блядь, это. Посмотрим, ещё тебе хвостом потянуть. Держайся. Блядь, Лёня. Да я чё, Лёня, блядь. Чё, Лёня, посмотри, что тут творится, блядь. Лёня, сука. Вон чё, думаешь, мне легче? Да, потому что он тебя сейчас отымеет, а меня нет. Идёт, да, блядь, вот меня насилуют, Лёнь. Ты там в порядке? Блядь, вернись! Не, не возвращайся, блядь, всё нормально, блядь. Я ему хвост сейчас оторву, мне не хвост, голову. Сука, блядь, ещё и наступлю на меня. Блядь, не попал. Так, всё нормально, спасай. Я его добил.
Ой, блядь, ну что за херня не сдала? Так, Ави, тут страшные звуки. Ля, мне не идет эта игра в кооп, все, не пойдет, блядь. Я когда один играл, мне намного лучше было. Я спокойно себе проходил и не подыхал. Плохому танцору яйца мешают, знаешь? Да. Хорошо, что ты не танцуешь, блядь. Хорошо, что у тебя нет яиц. Хорошо, что ты не танцуешь, блядь. Так, снял. Пошли дальше. Я не помню, куда ты ушел, блядь. Я уже внизу, давай. Ты спустился вниз для того, чтобы лезть по лестнице обратно, что ли? Я не понял. Да, типа того. Я тренируюсь. Не футбол, стулья. Так, нам сюда. Нам сюда, иди убивайся. Подожди, тут бот этот хуёт. Слушай, оставь ты бота в покое. Да, а? Подожди, я хочу, чтобы он нам собирал всякую херню, блядь. Да не, блядь, тут что-то. Оставь, идем туда. Так, погнали. Оставь ту херню, давай дальше. Чекпоинт. Не так было страшно, если нас оттачат. Опа, миссия выполнена. Ой, блядь. Отлично, я рад. Что дальше? Да. Нас спрашивают, стоила ли игра свеч. Мы сказали, что да, свеч она безусловно стоила. Чем страшно порадовали детка. Молодец. Атас, тут что-то есть? Я не знаю, что там есть. Или нет? Так, Ави, давай. Вагонеточка подъезжает. Я не помню, каких свеч игра стоила? Ректальных, что ли? Да. Он именно поэтому говорил. Отлично, мы взяли ректально, нам хорошо вставили свечи. Все, мы поехали, что ли? Да, ну что, думаю, что отличный момент подвести итог этого эпизода. Попросить у вас, друзья, подписаться, поставить лайк, а также поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы оказываете. Спасибо вам и увидимся с вами в следующем эпизоде. Пока всем. Счастливо.